Приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Dark Souls или Seeders. Ну, кто как читает, я именно как пишется, так и читаю. Хотя, мне кажется, Dark Souls, наверное. А, нет, мне надо не продолжить, мне надо загрузить. Нет, мне надо загрузить. Сейчас, минутку. Данные. Загрузить. Вот это вот. Да. Ну-ка, давай. Заклятие надо снять. Тогда ты сможешь пройти. Блин, графика суперская. А, точно. Что-то я маленько, извините, тупанул. Мне же тут убивать всех надо. Чертям собачьим. Так. Ну давай. Так. Как-то мне туда надо пройти. А вот так и надо. Я думал, что почему там нету ни хрена. Сейчас минутку будет. Вот оно. Опа. Заходим сюда. Так, узнаем задачу. Что мне надо здесь сделать? Ну. Так, нажмите Маус 5, чтобы блокировать вражескую атаку. Чтобы выполнить блокирующий, поставьте блок точно в момент вражеского удара. Это позволяет нанести быстрый сильный удар. Убейте 5 противников только при помощи блоков и на контрударов. Ага. Ни хрена себе, это будет немножко сложновато. Но мы будем пробовать. Еще разок. Да, есть, первый есть. Хорошо, что это умение выучил-то. Так. Я же ставил контрудар. Да. Двоих сразу. Ой. Как бы они не истлели бы. Да. Ну, 5 есть. 5 собрал. Смотрите. Я знал, что в тебе есть нечто этакое. Уай, да заткнись ты. Что-то есть.
Давайте, все в меня. Идем к следующим. Блин. А где я появился? Так. Да, кстати, это под водой еще раз. Где-то в воде должно быть. Давай. Плывем, плывем. Потому что я помню, что да. Где-то под водой это должно быть. Вот оно. Второе место, твою ж мать-то. На! Что здесь надо сделать? Чем, кого и как убить? Так, сделайте так, чтобы уцелел хотя бы один солдат нежити. За каждого уцелевшего солдата вы получите награду в виде душ. Что-то не понимаю маленько. А, так они сейчас друг друга бьются. Что-то я не совсем понимаю тогда. На. Или мне... А, вот этих мне надо бить. Все. Подождите. Не понимаю. Тут какая-то фишка есть, мулька, я не понимаю, почему. Да. Так, подожди. Я что-то не понимаю, почему у меня. Из шести еще ни один что-то. Не спасенный или что? Или тут кто-то надо мусор специально иметь.
На! Короче, еще одного где-то когда-то кто-то освободил. На! Блин. Я даже не знаю, кого тут мочить надо, блин. И как? Да. Я знал, что в тебе есть нечто этакое. А, я выполнил все-таки. Надо было по времени, все понятно. Давайте. Тут по времени, ладно. Так, минутку. Так, идем. У нас еще осталось две фишки. Ну, одна, наверное, будет под водой. К ней пройти, как она? Так, под водой. Только как мне пройти? Нет, не здесь. Так. Вот здесь вот пройти к ней можно будет. Ну, я, по крайней мере, думаю именно так. Вот она. Опа. Кого и сколько мне убить? Телепортируемся в замок. Так. Это что такое? Убейте 15 врагов, используя окружающие предметы в качестве оружия за неизрасходное время. Так. Ага, кидаться, значит, надо. Оно-то уже облегчает. Подожди. 15 врагов, это что-то многовато. Так. Пока ладно, идем. Что-то на какой-то спорт похоже. Так. Ой. Минутку. Избавимся от этой штуки. Так. Ой-ой-ой-ой. Уже 6. На. Блин. Да.
Блин, близкий. Да. Ну, 8. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Да. Да. Пока получается еще пятерых надо. Да. 14. Да. Подождите. Так. Да. Так, минутку, 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 минутку. Ой-ой-ой-ой-ой. А я его захреначил так. Это ничего страшного. Мне же не он нужен-то, а всего лишь 15 тел. Да. Еще 2. Так. Еще одно. Да. Да. А, я успел. Успел. 15. Вот это мне понравилось. Можешь повторить? Можешь повторить. Да. Берем жизни. Души. Выходим. Так, это мы здесь были. Так, теперь на другую сторону давайте. Такс, такс, такс. Ага. Ну, все равно на другую сторону у нас, да. Блин, вот эти кристаллы, я так думаю, надо какую-то хрень, которую она разрушает, взять. Чтобы их разрушить. Так, а я где? А, где-то в доме. Прелестно. Так, идем. На второй этаж. Ну, смотрите, как правильно. Итак, давайте смотреть, что он мне предоставит. Так, вы можете накапливать энергию хаоса, роняя врага. Заполнение шкалы хаоса открывает возможность переходить в хаотическую форму. Чтобы перейти в хаотическую форму, нажмите удерживайте или ушли, затем нажмите так. Убейте 30 врагов, используя... Ага. Ни хрена себе, я не надо чтобы ее использовать. Да. Блин. Так.
30 штук. Да. Собрал нужное количество. Чуть не подумал. Так. Я знал, что в тебе есть нечто. Надо отсюда капливать. Получили. Надеюсь, до конца восполнить. До конца восполнила. Так, все. Похоже, с ними покончено. Давай выбираться отсюда. Не спеши. Не торопись. Пись, приободрись. Дрись. Я еще кое-что... Ага, не туда. Блин, залез, да не туда. Хочу кое-куда сходить. Кое-что взять. Так. Подождите минутку. Так, это сохранение. Блин, вот так вот в хаотичности-то, да, сложновато, конечно, когда ты в хаосе. Где-то есть. Блин, ну туда как пройти-то, блин, какую-то хваталку надо. Торговец может тебе помочь. Есть одна атака. Измельчитель осколок ярости нет. Так, это нет. Коса, гнев. Каменная кожа, жертва. Вот жертва. Уровень 2, кстати. Ну давай возьму. Так, подожди, нет. Говорить. А, в смысле, ты пока меня не переносишь. Хорошо.
подожди, нет, не то. Не то. Давайте мы посмотрим, что у меня. Блокируешь контрудар, змеиные норы, так. Это вообще не то. У меня должно быть какое-то спецумение, жертвы какие-то. Я же и прокачал только что. Или это пассивный какой-то навык у меня. Ой, это что такое? Давай. Что-то где-то у меня переключилось. Ну, мы сейчас бежим вот к этому вот голему. Он нам что-то должен дать. Потому что мы ему помогли. Давай. Редкие благодарны тебе. Проклятие снято. Мы будем свободны. Оказывается, я, по-моему, спрашивал, и оказывается, я играю в первую часть, а их, оказывается, три части. Ну, начнем с первой, по крайней мере. И ушел. Голем ушел. Молодец. Фрагмент брони. Блин, я думал, ты мне что-то такое дашь. Что-нибудь. Уах! Ну ладно. Ты дал, то дал. Так. С этим мы покончили. Мне надо в одно место сходить. Так, у меня здесь есть? Нет? А вот способности ярости. Что-то не понял. А. Уровень 1. Информация при использовании. Так. Становится крепче, снижая наносимый урон врагами. Так. А почему бы нет? Вот. Говорю же, что-то должно было быть. Прокачка же прошла, потому что. Так, ладно. Есть еще фишки, которые надо обменивать на души. Но почему-то я пока их не знаю, где, что и как они. Ладно, без читерства проходим. А то тут один этот Call of Duty. Опытный игрок хотел показать, что как он хорошо играет без читерства. Ну и короче спалился то, что показал свой монитор, на котором были какие-то хрени. Я не разбираюсь в читерстве, поэтому у меня максимум читерства это Art Money. Так, змеиная гора. Так, а мне надо. Это что такое? Хрен его знает. Ну давай пока сюда. Точно не могу сказать, куда мне надо. Ну давай для начала сюда. Так. Я у друга спрашивал. Он говорит, что тут есть скрытый сундук, который можно увидеть только при определенных обстоятельствах. То есть какая-то хрень должна быть, которую я могу увидеть только с одной способностью. Специально, но сейчас у меня этой способности нет, какое-то видение. И тогда я мог бы взять, не знаю, может осколок чего-то. Ага, вот куда мне надо. Да, блин. Подождите. Нифига не так. Ладно, еще разок пробуем.
Вот так. Блин, допрыгнешь. Правильно, ребята? Но тем не менее, мы сюда не просто так бежим. За какой-то хренью. Блин, я-то думал. Она мне хоть брони-то прибавляет, нет? И опа! Взмыл вверх. Да ёж твою мать-то! Как так-то? Я уверен, что-то я, ну, от рана отпустил, но... Тем в том, суть в том, что идиотизм-то это все равно... На! На! Только что вас гасил отрядом. На. Давай, змеиной тропой. Блин. Вот сюда. Да. Идем по сюжету. Я как понимаю, вот тут не обойти этот сюжет стороной и не прокачаться, как делают читеры, там это вскрывая персонажа и тому подобное. Поэтому приходится проходить, да, именно так, как он проходится. А уже потом, когда он будет раскачанный мега воин, дособирать то, что не дособирано было в других частях. Чем скромный торговец может тебе помочь? Да пока ничем. Вот там видите, там точки, там точка какая-то оранжевая, желтая. Это какие-то мини-бонусы, я не знаю. И как до них добраться, я так думаю, да, это вот эта тарзанка должна быть как Ворунс Армагеддон. Ух ты! У меня там всякие штуки прокачанные, которые я еще не использовал даже. Ладно, с этим мы разберемся. Так. Посмотрите, зато какое красивое оформление. О, там даже кто-то ползает, ну-ка. А я могу до них добраться? Да. Собирай души. Нифига. Ну, тем не менее, ладно, у нас проход открыт. Может, как-то по-другому туда надо. Мы об этом сейчас не будем упоминать. Мы пройдем сюда. Оу. Ой. Игра про котика была, там такая же штука была. Подобная. Так, эта штука у нас не разбивается. Нам надо что-то надо взять. Или получить, или еще что-то, чтобы открыть эту штуку. Так. Подождите. Да. Гребаная рыба. Пока ничего такого не доходит. Да. Не хватает. Он, кстати, мечом косой почему-то не пользуется здесь под водой. Видимо, меч это его основное оружие, которое он это не променяет. Так, кильки несчастные, я вас всех порублю. Идем дальше.
что мы видим? А видим мы немного. Так. У нас есть туда, куда вниз упасть. Ну, я думаю, нам туда не надо. Да. Вау. Ну давай, отпускайся. А вот смогу я перепрыгнуть или нет? Перепрыгнул. Давайте откроем, раз он здесь где-то живет. Вот еще один открыт. Занесено на карту. Приветствую. А чё приветствую-то? Я даже не знаю, где я нахожусь. Это чё, найти кузнечный брод? Так, а чё я у тебя могу купить? Так, удар гарпуном. Гнев смерти. Это чё такое? Тяжелые изогнутые лезвия косы способны поразить несколько ударов от нескольких ударов. Давай. Твоя мудрость равна твоей силе. Клинок жнеца в воздухе. Ты слишком давишь на меня, всадник. Пока нормально идет. Я буду раскачивать эту косу. Коси коса пока роса. Увидимся. Так, здесь мне не пройти. Скорее всего, мне туда. Вот перед тем, как туда зайти. Ага, они сами взрываются. Все, понял. Их не надо, их надо сваливать оттуда, когда они такие появляются. Так. И зачем мне это, если надо на обратно перейти? А нам обратно пока не надо. Идем, идем, идем. Опаньки, сохранение. Кузнечный брод. Что у нас получается? Оу, карта-то большая. Большущая, я бы даже сказал. Тут какая-нибудь хрень есть, которую надо делать, чтобы получился какой-нибудь секретный сундук. Так, здесь он не хватается и не берет, и не идет. Ладно. Это что? Это я что-то... Да хватит уже! Вытаскиваю. Чего ты дожидаешься? Если мои руки тебе вообще дороги, лучше не лапать ничего, что тебе не принадлежит. Ни хрена себе. Дейн. Ты меня знаешь, а вот я тебя почему-то нет. Не люблю незнакомцев. Особенно незваных. Возможно, не так важно, кто ты, важно, чего ты хочешь. Я другой пришел вопрос. За черным молотом. Да ну, правда? Ладно, можешь попробовать еще разок. Но потом тебе лучше не попадаться мне на глаза. Это ты. Что еще? Черный молот. Это ты. Я угадал. Тебе же хуже. Позволь, открою тебе секрет, мальчишка. Тот молот, что лежит на земле, намного полегче будет. Ой-ой-ой-ой. Блин, ни хрена себе.
Так. Ты бьешь перышком по камню, мальчишка. Поберегись! Да. Твой меч против него бесполезен. Должен быть другой путь. Почему ты мне об этом не сказал? Блин. Давай-ка вот так. Поберегись! Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего тебе большое. Но я еще больше. На. Блин. Поберегись! Так. Да. Блин. Да подожди ты. Тебе большое. Но я еще больше. Поберегись! Сейчас я за другой машиной, подожди. Так, я так думаю, что надо вот этими машинами его и гасить. А, подожди. Ты зачем бьешь в полсил? Это газ? Не отставай. Блин. Так, ладно. Давайте посмотрим на территорию. Ага, все машины, ладно. О, да хватит уже! Чего? Так, валим, валим, валим от него. Да. Но я еще больше. Твой меч против него бесполезен. Должен быть другой путь. Тихо. Поберегись! Да. Ты бьешь перышком по камню, мальчишка. Да. Но я еще больше. А, ты зачем бьешь полсил? Блин, отпусти меня. Мне кажется, надо, чтобы он ударился в что-нибудь. Да. Блин, все-таки я поймал. Поберегись!
Видишь? Чем бьешь в полсилы? Так. Уходим. Да ешь твою мать-то. Ты бьешь перышком по камню, мальчик. Не понимаю, как его убить. С последней контрольной точки. Так, минутку. Да, забери. Все, идите. Так. Это тут не так должно быть. О, да хватит уже! Чего ты дожидаешься? Если твои руки тебе вообще дороги, лучше не лазь. Твой меч против него бесполезен. Должен быть другой путь. Уничтожаешь. Ты бьешь перышком по камню, мальчик. Поберегись! Так. Да. Блин, да как тебя гасить-то? А, ты зачем бьешь в полсилы? Подожди. Я уж подумал, что ты всерьез. Впечатляет. Да. Тысячи лет меня никто не мог ранить. А я смог на издыхании, конечно, ну смог. Ровно 100 лет. С того дня, как мы лишились Авадона, я ждала этого мгновения. За твои грехи тебя надо бы судить в Граде Света. Увы, пока этот мир отягощен разрушителем, врата небес для нас закрыты. Но правосудие не может ждать. Я покараю тебя здесь и сейчас! Да быть не может. У меня, смотри, такой мечур. Плюс косур. А тут еще молотур. И все на тебя. Твое правосудие подождет, пока мы тут не закончим, девонька. Вообще не стоит кидаться в заварушку, до которой вам нет дела. Ну, идите прочь, голубки, пока я вас не ощипал. Какой-то крутой перец-то. Богохульник! Это ты избрал себе союзников в войне! До которой тебе нет дела!
Позволь, я попробую. Ой, сейчас, мне кажется, его раздавит нахуй. Он как Тор. Молот только его. Вот что бывает с теми, кто лапает чужое. На твоем месте я бы пригнулся. Почему? Пусть перья летят! А, да-да, это кто больше насобирает их? Так. Мы не сдадимся! Ты перья на подушку! Так. Поддадимся ему по заслугам! Так. Да, первого я убил. Мы не сдадимся! Так. Второго тоже я. Пошли вон, голубки! Да. Во имя света! Давай, вот это был все. Ах, ну вот. Пошли вон, голубки! А, я тебе решил подыграть. Да. Так. Да. Забираю. Подожди. Сюда, незнакомец. Так, я забрал. Я надеюсь, что этот древний знает, что делает. Мы здесь ради сердца плакальщицы, помнишь? Ты куда? Ну, я здесь. Что далее-то? Я что-то не совсем понимаю тебя. Иди сюда, черт побери! Да. Так. Вот так. Я забрал. 7,7. А ты мне дашь силу, да, кристаллы разбивать? И еще разок. Да. Да. Схватываешь на лету, да? Да. Пошли вон, голубки! Подожди. Да. Пошли вон, голубки! Блин. Пошли вон, голубки! Я должен больше тебя собрать. Я должен выиграть эту гонку, раз у нас здесь какая-то гонка образовалась. Ну чего ты ждешь? А вот на тебе. Опа. Да. 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 Мы не сдадимся. Подожди. Я тебя не спрашиваю, что ты... Запишись или нет? Дороги! Правосудие грядет! Блин. Мы не сдадимся! Да. Да. Правосудие грядет! Как раз нужны перья
это продолжим. Судья глядет! Да. Подожди. Блин, я все забыл. Ты больше не способен? Способен. Сюда, незнакомец. Садник приближается. Войны небес! Вперед! Да. Опа. Да. Да. Так, подождите. Пошли, бандитки. Так. Я тебе решил подыграть. Хорошо. А ты где сам-то? Да. Подожди. Да. Давай, помоги мне уже здесь. Да. Так сойдет. Да я не понял, почему я-то... Я как должен перелетать-то это дело? Или я не должен перелетать вообще его? Да. Да. Так. Так. Подожди. А почему вот такой? Так. Чтобы произвести серию выстрелов, нажмите так, чтобы подготовить снаряды. Больше площади нажмите, удерживайте. Хорошо. Мы не сдадимся! Мы не сдадимся! Смотришь на лету, да? Да. Так. С этим покончено. С этим покончено. Мы не сдадимся. Подожди, подожди. Даже если ты не сдадишься. Смотришь на лету, да? Это не значит, что я сдался. Мы не сдадимся! Мы не сдадимся! Правосудие грядет! Так. Как раз нужны перья на подушку! Так. Давай, помоги мне уже здесь! Да подожди ты!
Мне тут надо разобраться со своим предъявил правосудием. Что это за архангелы, блин? Стрелец убивает, блин. Так. Мы не сдадимся! Ну, теперь ты просто рисуешься. Мы не сдадимся! Ой-ой-ой-ой. Так. Я вроде бы собрал. Готовьтесь к бою! Подожди, мы подожди. Мы не сдадимся! Так. Так. Я его заклиначу. Ради света! Победим! Блин, он меня забил. Так. Охренеть, сейчас я отсюда опять должен. Выбивать. Давай, помоги мне уже здесь. Так. Вот так вот. Выбил у него оружие. Блин, долго выбивать-то пришлось. Так. Правосудие грядет! Правосудие грядет! Да. Мы не сдадимся! Да. Получай! Уничтожь! Получай! Владелец меча приближается! Всадник приближается! Так. Теперь я догадываюсь, по ней, как кого надо было гасить. Да. Пошли вон, голубки. Да. Вот так вот его надо было гасить. Так. Да. 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 Подожди. Давай, помоги мне уже здесь. Подожди. Да, подожди.
Вот так, вот так, вот так, вот так. Да. Я даже не знаю, где жители-то похудели, даже не идут за это. Ну заметьте, я 35 забил за место его там 26. Да. Так. А ты ушел. Минутку. А где ты? Сюда, незнакомец. Отдадим ему по да. Слугам! Да. Мы не сдадимся! Да. Да. Так. Да, подожди, 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 подожди. Так, 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 так. Так. Пошли вон, голубки. Да. Получай. Да. Да. Жизни получили с него. Все, вроде как, наверное. До сохранялки дошли. Так. Блин, я куда-то упал. Подождите. Это не есть хорошо. Так. Блин, где-то у меня сохранялка тут была. Подождите. Ага, хрен там сохранялка была. Блин. Чего ты ждешь? Вали эту штуку! Валю! Да ёж твою мать-то. Да. Да. Бум. Блин, я отлично, что я... они подлетают близко, издалека бы, да. Но близко, когда это уже перебор. Да мы знаем это все.
давай, уничтожай эту штуку. Да. Издалека буду вас передачи. Правосудие грядет! Как раз нужны перья на подушку! Так. Давай. Да. Подожди, помогаю. Да. Как раз нужны перья на подушку. Да. Да, блин. Да. Как раз нужны перья на подушку. Да. Войны небес! Да. Правосудие грядет! Поберегись! Так. Сюда, незнакомец! Да. Да. Пошли вон, голубки. Подожди. Так. Ну, вроде пока неплохо, да, вас отбиваю. Вау. Да. Так. Да. Пошли вон, голубки! Так, подожди, подожди. Да. Блин. Ай,
я тебе решил подыграть. Что это за ужас? Да. Да подожди, я выбросить эту штуку не могу. Ну чего же ты ждешь? Давай, брось. Да подожди ты. Ну чего же ты ждешь? Почему ты не бросаешь? Так, привет. Параметры. Выкинуть левый. Ну давай, выкидывай. Сюда, незнакомец. Подожди, подожди. Вообще не доктрина на букву Е. Так, подожди, минутку, души соберу. Иди сюда, черт побери! Да. Вот так. Сюда, незнакомец. Иду, иду, подожди. Стой. Иди сюда, черт побери! Жди. Так. Иди собираем. Сюда, хорошо, собрали. Так, сохрани, что ли? Сохранение. Давайте. А, тут больше пока нету ничего. Хорошо. Ну чего же ты ждешь? Да подожди ты. Так как я прыгнуть с этой штукой не могу, мне надо без нее прыгать. Читерство с одной стороны уже кончилось, все. Бам! Сюда, незнакомец! Да без проблем, сейчас подожди там. Я хочу узнать, что здесь меня ждет. Тут тоже дверь какая-то, смотрите. Ага, сюда, незнакомец. То туда, то сюда. Лучше определился бы. Вот то, что мне надо, то, что я искал. После этих ангелов-то, конечно. Сюда, незнакомец.
сюда, незнакомец. Воспроизвести жизнь это. Так, ничего нету. А, на жизни восстановили хотя бы. По очкам я его побеждаю. Ну чего же ты? Тоже ждешь? Своего рода хара. Что? Шо, правильно. Давай. Ты победил без обмана. Так, и увеличивается скорость набора опыта при использовании оружия, броня становится прочнее. Ничего. Иди сюда, черт побери! Так. Ты никуда не уйдешь, всадник. Тебе не скрыться. Я отомщу за Аматор. Так. Минутку. Мне что-то даровали, я не знаю, что. Так. Хаотическая форма. Блокируешь контур удар, но там у меня все есть, так. Сосуды это вообще не то. Ага, вот она. А, увеличивает скорость получения опыта при использовании оружия. Пассивный эффект увеличивает эффективность доспехов войны. Ну даже не знаю. Это вот у меня. Превышает урон на 7 оружием в здоровье. Это увеличит урон на 7 оружием. Ну давай-ка вот так вот. Вот так. Ты никуда не уйдешь, всадник. Люблю представлять, как ты ее убьешь. И с удовольствием посмотрю, как ты это да. сделаешь. Так. Подожди. Так. Да. Подожди. Чё с ней? А, так это не босс. А может и босс был. Да не, не босс, наверное. Может, ты на самом деле тот, кем назвался? Пернатые выглядели уверенно, а я все равно не верю. Давай опять, с чего начинали. Ты меня знаешь, я тебя нет. Логово плакальщицы. Плакальщицы там, далеко. Пришлось запечатать все входы-выходы, чтобы не дать ее деткам выбраться наружу. Мелкие твари все время лезли без спроса, лапали чужие вещи. А что ты меня отталкиваешь? Я тот, кем называюсь. Давай, убей плакальщицу. Если выберешься целым обратно из ее норы, то я тебе поверю. Тогда обещаю, мы поговорим с тобой. Но хорошо. Теперь проваливай, пока не налетели еще голуби, норовящие нагадить мне на голову. Какой-то ты мощный, блин, неубиваемый зверь. Уничтожить плакальщицу. Хорошо. Давайте смотреть, что у нас здесь имеется. Так, нас сюда запустили. Давайте, на всякий случай сохраним. Мало ли. Ну, по крайней мере, смотрите, у нас эти три строчки. Да. Хрен там. Когда упадать? Так. Здесь ничего нету. Вот что это дает вот это вот? Я не знаю, но, видимо, что-то дает. За какие-то хреново они здесь поставлены. А, то, что не выбраться. То есть мне что-то дадут такое, чем я могу разбивать эти кристаллы. Смогу разбить эти кристаллы.
Так. Ладно. Предположим. Что тут такое может быть? Пока вроде бежит без проблем. Так, посмотрим, здесь где-нибудь есть, где можно погрузиться в воду. Нету. Идем дальше. Опа, ни с того ни с сего подарок судьбы. Что еще здесь? Пока вроде ничего такого не вижу. Какое-то метро. Ай-яй-яй-яй. Метро, метро. Сюда. Пустоты. Чем-то на Diablo 2 похоже. Пустоты. Гробница там без знает кого-нибудь, предположим. Что мы имеем? Какая-то штука синяя. Вот туда мне надо. И что это такое? Разозлить ее. Давай найдем ее и доведем дело до конца. И в этот раз не валяй, дурака! Минутку. Надо развести, чтобы получить чего-нибудь. Так, получили души. Подожди. Хватайся. Так, тут две двери.
Одна ведет на второй этаж, вторая хрен знает куда. Ладно. От него я не могу, блин, никак повлиять, предположим. Так. Давай. Взял жизни. Куда я бегу? Ой, нет. А, ну вот по стене, по потолку. Неизвестно, конечно, туда я бегу или нет. Давайте я вот в ту другую сторону попробую сбегать. Посмотрю, что там есть. Опа! Так. Ну она тоже наверх ушла, кстати. Поэтому не знаю, правильно я бегу или нет. Так, ну тут опять какая-то хрень, которую надо разрушать. Не пойми как, не пойми чем. Ну чем бы это ни было, у меня пока ни хрена нету. Да. Получай. Души мы получили. Так. Ну здесь, да, действительно, раз уж нечем, то уж только туда идти. Смысл. Вот здесь два фонаря, говорит, он там полтора. Ну и перенести я не могу. Бежим. Да. Так, с этим оружием я не могу прыгать и лазить, поэтому я уверен, что оно должно остаться там. Так. Так, ладно. Здесь мы перебрались. Смогли справиться с этой штукой. Опять что-то здесь. Ох, чувствую, у меня что-то предмет какой-то достанется. Это твои дети, таракан? Тараканы, тараканы, дети. Ну правильно, что, логично. Так, как мне туда попасть? Отсюда, если я прыгну, я упаду в воду. Хотя мне, по идее, туда-то, наверное, и надо. Ну, просто я вижу еще электрический провод. Давайте посмотрим, что у нас под водой.
рыбки. С этими мы уже знаем, как. Да. Так. Подожди. А, еще ниже никак, все. Ладно. Здесь тоже нам никак. Надо, как я понимаю, убрать воду. Хорошо, посмотрим, как это сделать. Пока ни хрена не получается. Ладно. Так. Со всеми разобрался. Да. Так, нам сюда разбиваем, где-то красная хрень, вот она. Получай. Надо огонек к ней. Получай. Кидай. Так, ладно. Почему-то ты... Ага. Так, здесь ты не идешь. Какой-то... Нет, здесь я все проплавал. Вроде нет такого, ничего такого, лазейки. Как быть? На столбы он не залазит, подожди. Ну вот же. Почему-то не залазит тоже. Куда еще можно закинуть эту штуку? Просто не знаю, просто на всякий случай закинул. Так. Как наверх попасть? Я вообще где? А не то. А нет, то. Мне кажется, я не так делаю. Где-то тут. Ну-ка. Где-то тут. Что-то должно быть. О, кстати. Все-таки, смотрите, я оказался прав. Так. Немножко сюда. Сюда, сюда. Вот все-таки я оказался прав. Говорю же, что-то должно быть. Так, о, разрушена эта искра была. Мы помним, искра была. Так.
Так. Должны воспламенить были. На. Опа. Блин. Прошу прощения, но мы сейчас еще раз вернем. Нам, потому что, я как понял, нам надо зажечь. Как вы видели там эта штука-то? Зажечь надо по порядочку, чтобы ближе к бомбам подвести. Кстати, я даже не помню, я бомбу-то прикреплял же. Отлепилась вот она или нет? Сейчас, только подождите. Получи. Опа. Оп. Получилось. Так. Так, а как мне сюда-то ее перекинуть? Какое-то, смотрите, кольцо какое-то есть. Или знак. Так, минутку. Ага, мне в любом случае сюда надо было бы. Чтоб вот так и сделать. И уже сейчас. И уже сейчас. Можно идти далее. Сейчас мы взорвем ее по-быстрому. Так. Опа. Вперед. Еще и колющий удар. Давай. Только не отпустись. С такой-то лапой. Опа. Да. Все. Вот так вот быстренько так. Прошлись. О, не надо так говорить, что она в эту маленькую решеточку там уплыла. Вон там даже выбито специально для нее. Видно. Так. Вот этих трений очень много, поэтому я говорю, я уверен, что мне должны дать что-то, чтобы для них разбить. И вон там сундучок, который я могу пройти, вот это вот так вот, опа, опа, так в окружную. Правильно? Еще и вода. Внизу еще и вода. Ладно, давайте посмотрим сначала, что у нас здесь. Так, а я иду туда. Ага, лучше давайте воду булькнусь. Оттуда вроде выйти можно. Можно выйти? Можно, вон они. Так. Погружаемся. Опаньки. Взяли. Вот мы себе еще на душе выменяем. Что, и все, что ли? Ну ладно, хотя бы это, хотя бы. Оп.
Так. Ну, а здесь все равно еще рано, да? Надо эту хрень победить, чтобы получить что-нибудь. Сейчас попробуем. Сохранить. Да. Взять. О, сейчас, мне кажется, тебя порву. Ты серьезно? Да. Вау. Вот смотрите, хотя не сильнее стали. Но. Какие бы сильные вы не были, я вас все равно расхреначу, по крайней мере, на данном этапе уровня. Да. Так. Опа. Получи. Ну, я думал, что-то серьезное будет, а тут просто... Ладно. Так, здесь мы ничего не можем взять. Здесь тоже ни хрена нету. Так. Ладно. Проходим, да. Вот, вот сюда, по-любому надо. Я прям вижу, как туда надо. Вот там столько места свободного. Там по-любому что-то должно быть, только как туда попасть. Ладно, предположим. Да. Стой, стой. Да. Опа. Да. Что, что, что? Да. Подождите, тут уже не до утех. Сейчас мы тебя побыстрее, подожди, порешаем. Так. Да. Ну, стой. Стой. Вот так. Вот так. Ага, пролом. Сундук. Это откуда появился он? Ну ладно, броня. Какой-то там опять осколок. Один из хрен знает сколько-то. Идем далее. Вау! Пополняем. Так, это очень даже хорошо. Так, там грубо. Ага, мне туда и не залезть. Здесь нету ничего. Ладно. Нырнем. Да подожди. Да стой. Так. Эх, души. Так, мне надо сюда. Но я пока пойду ниже. Или что, или ниже нет, или я посюда пришел. Здесь есть что-нибудь?
Так, отсюда я пришел. А мне показалось, я ниже могу опуститься почему-то. Ладно. А вот почему. Хрень это похоже, как будто бы ниже еще что-то есть. Ладно. Так. Опускаемся. Я уверен, здесь что-то есть. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще ниже. А мы еще ниже опустились, нет? Так, ладно, на самое дно. Тут еще куда-то вот показано ответвление. Ну ладно, предположим. Нам сюда. Вау! Сундучок! Что-то нашли. Ускоряет сбор душ с убитых противников. Хорошо, так, это мне куда-то надо поставить, да, эту мульку? Так, жнец. Увеличивает количество душ, получаемых от врагов и других существ, дополнительно увеличивает количество получаемых душ, или если используется с косой. А у меня на косе стоит прокачка косы. Мне косу надо прокачивать. Уж прошу прощения, но... Идем далее. Куда-то я попал. Только не говорите, если я по заданию выйду. А, нет. Опа. Я что-то собираю. Да. Еще одна ярость у меня. Что-то я делаю. Какой-то вентилятор остановил. Ну, предположим. Так, надо искать, где этот вентилятор теперь, где-то под водой. Так, ладно. Да. Ну чё? Ага. Так, предположим, хорошо. Пока вроде все нормально идет. Так, я вот здесь вот был, точно помню. Так. Повыше. Ищем вентилятор. Опа. Так. А вот вентилятор. Смотрите. Я что-то охранял вентилятор. Еще один сундук. Ха. Два сундука в одном месте. Это прикольно. А ключ. Фу ты, блин, я-то думал. Ладно. А мне его и так надо было брать, да, по миссии-то? Я думал, что-то какой-то скрытый какой-то нашел. Так, я поднимался оттуда. Ага, я вот отсюда, по идее. Подожди. Я отсюда выдернул, туда ушел. А за ключом я ходил, чтобы открыть вот эту дверь. Не надо мне. Сохранюсь. С ноги, конечно же. Так, эта штука закрыта. Смотрите, сколько тут камней.
И туда я, блин, не могу так просто попасть. И кого-то мне убить еще надо будет сейчас, чтобы ключ получить. И там-то глаз закрытый, вот смотрите. Охренеть. Ладно, по жизни у меня пока выходит так. Так, ну-ка подождите, надо посмотреть мне еще внимательнее. Так, это подземные клинки, каменная кожа. Становится крепче, снижается наносимый урон врагами. Так, ладно. А это? Вы можете оградиться от врагов барьер адского пламени. Да, в любом случае меня убить надо. Что это за черепашка? Погибни, да? Это... Вау, это у меня рука, это какая-то перчатка, кто он там? Космический хрен знает кто. Вот. А вот она, кстати, вот я, видимо, разрушать могу теперь. Ледяная рукавица, спускающая ударные волны при использовании, чтобы зарядить рукавицу, нажмите, удерживайте. Это за место... Ага, это за место косы. На! Подожди. На! Подожди. На. Кого ты мне тут повысылал? Подожди. Стой, и спеши. Так, это мне, видимо... Захренач его. Где у меня коса, куда делась? Подожди. На. И давай еще. Второй урок его. Ах, что это за сила? Он даже не падает. Да. Так. Да. Так, хорошо. Перчатку тут. Так, нет. Перчатку тоже прокачивать надо. Я хочу Да, перчатку тоже, посмотрите, прокачивать надо. А как мне ее? Так. Или что, или не перчатка пока-пока. Да. Подожди. Да. Да. Отрезаем урок. Да. Давай, залазь. Рубим его врага. Вот и все.
И не сбила. Жадно сбила, погубила. Да. 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 Так, а как мне переделать-то? Так. Я не могу пока поменять, ладно. Не пойму. Все, забираю этот камень. Ой, камень, сундук этот. Что-то забрал. Ключ. Блин, я-то думал, что-то хорошее. Так, где-то здесь надо менять. Вот, вот здесь вот надо менять, да. Ну, подожди ты, эр удары, я понимаю, что эр удары. Параметры. Как мне тебя зафиксировать-то? На какую кнопку, блин? А подожди. Нет, 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 подожди. Да вообще не то. Не это, не это. Где-то надо установить, короче, эту штуку. Чтобы ты была, ну давай хотя бы на 3. Так, поменяли. Подожди, назад, назад, назад. Почему ты не меняешься сюда? Так. Ладно, думаю, что-то где-то потом меняется. Как у меня коса-то уходит. Так. Пробуждающий урок ушел. Ah!
Ладно. Да. Нормально пока что идем. Под водой, естественно, не действует. Перчатка, только меч. Но здесь пока и никого и нету. Так. Что-то надо повернуть, что-то надо сделать. Подождите, сундуки. Здесь тебя нету сундука, но здесь-то ты есть. И это жизни. С кем мне надо биться? Желтый. Ага. Тоже неплохо. Давайте посмотрим, с кем мне тут надо мочиться, биться. Так. Чтобы толкнуть взятый предмет при помощи рукавицы, нажмите и удерживайте. Так. Мне надо опустить его, да? И куда-то доставить, я так понимаю. Так, не-не-не-не, сначала взять. Толкнуть. Поднять эту штуку. Так. Какая-то небольшая головоломка. Так, здесь у нас что-то, что-то есть. И как-то это надо опустить. Ладно. Предположим. А, это еще выше поднимается. Мы возьмем вот это. Взяли. И еще разок, я так думаю. Нет. Тут головоломка. Хорошо. Так. Отпусти. Сейчас. Так. Да. Выше поднимемся. Ее куда надо тащить-то? Да.
Так. А, это чтоб мне забраться можно было. Нет? Ну да. Блин, я-то думал, там какая-то схема сложная, что-нибудь такое будет. Да. Сюда по миссии надо. Но мы сначала сходим немножко в другую сторону. Так. Но я такое чувство, что я не допрыгну. Но я такое чувство, что мне туда надо. А почему? Так, это я туда залез, это я туда пробрался, так оттуда я вышел, там я что-то взял. Давайте я возьму все-таки вот эти вот жизни, мало ли. Здесь я забрал. Ну все, сейчас тогда будем идти к этим зеленым. Я не знаю, мухом. Назовем их так. Да. Блин. Вот это самое хреновое. Кстати, я здесь не видел, чтоб этот был торговец. Может, он здесь и есть, но я его пока не встречал. Он у меня здесь вообще есть? Где он? Я где? А, я здесь. Ну, может быть. Так, летим, летим. Нет. Давай наверх. Зацепился перчаточкой. Все, то есть теперь туда. Жизни мы взяли. И скоро будет у нас главарь, я так понимаю. Ну, по крайней мере, должен быть где-то там. По пути. Да тихо ты. Падла. Тихо. Да. Да. По морде. Со всеми разделался, смотрите-ка, и в жизни полнёхоньки. Вау, 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 это кто такой? Да. Сначала мечом. Да.
Подожди. Да. Да. Разбил его. И надо что-то с этим делать. Как мне вот эту поставить? Я вижу, что она там есть. Это один. Это два. Это три. Или... Как-то так? Нет. Вот, видите, на четыре почему-то касание идет. Потому что, мне кажется, надо с перчаткой сейчас здесь действовать. Коса не будет здесь участвовать. Опа, ты. Вот этот живоглот или кто он, муходер. Похоже, она снова тебя обыграла. Но сдаваться все равно нельзя. Да кто сдается там? Да. Опа. Оп. Да. И помолдал ему. Это же перчатки. Ладно, надо что-то перчатки поставить. Так, это что? Я не хочу перчатку. Как мне с перчатки-то уйти? Хоть она и хороша, но мне косу прокачивать надо. И удар. Вот они, они. Да. Опа. И все. Ага, тогда я уйду из локации. Нет, не из локации. Подожди, из локации. Пока нельзя уходить. Ушла. Сколько механизма. Подождите, о, сундучок. Что я беру? Открываю детальную карту. А что у нас под водой? Тут пока ничего нету. Тут тоже ничего нету. Подождите. Так, я сюда так прыгнул. Ну-ка, давайте-ка зайдем наверх, может, там что-то есть. И здесь тоже ни хрена нету. Подождите. А, нет. Показалось. Это что?
Так, ладно. Ага. Тут какая-то штука. Я должен вагоны толкать куда-то. Чтобы что-то, короче, замутить, надо куда-то толкать вагоны. Еще вот эту штуку куда-то надо кинуть. Только я не вижу куда. Ну давай-ка туда. Я не кидал. Не надо тут, ля-ля. Что тут делать-то надо? Давайте для начала уберем вот эту штуку. Да. Ага, вон туда надо, чтобы нам можно было заехать. Только мне почему-то кажется, что надо это как-то сдвинуть и убрать на другой путь совершенно, потому что с нее я не допрыгну туда. А нет, смотрите-ка, допрыгнул. Давай. Это платформа, там как мне вот эту поднять? Да, но я знал, что ничего не получится, потому что это было очевидно. Надо поднять платформу. Как это сделать? Нет, не так. Значит, надо где-то бомбу замутить. Бомба вон там. А куда ее надо бросить? Это уже... О! Никуда не надо бросать. Вот так надо сделать. Вот и все. Не, ну бомба с бомбой, я так думаю, куда-то тащиться, скорее всего, надо. Где-то же что-то же надо уничтожить. И огонь здесь горит вон. Ладно. Давайте отправим вагон. По назначению. И да. Сейчас посмотрим, что у нас там. По карте-то у нас что видно? Пока правильно вроде бегу по карте. А то потом туда забегу, уже обратно возврата не будет. Что-то, что-то, кого-то. Ладно. Куда это я ползу? Приполз. И... так это я назад вышел.
Это я назад вышел. Чем мне? Зачем мне назад? Подождите. Эта хрень была затоплена. Я потом сюда еще прыгал, здесь вот убивал все. Сейчас я от воды все освободил. Вон оно что. Я был уже на этой локации. А, просто она была под водой до этого. Итак. Теперь, как я говорил, надо вот так вот сделать. Да. Блин. Все, понял. Надо вот эту штуку передвинуть. Так, а где она передвигается-то? Вот она передвигается. Она такая, так, мини-головоломка, так скажем, мини-квест такой. Пойдем. Я говорил же, тебя не допрыгнуть. Да. Насквозь проехал. Ага. Так, давай, когда зеленый загорится. Пойдем. Сейчас мы тебя перевести. Блин. Вот так вот, смотрите. А я-то думал, это, блин, другое помещение. Это то же самое, но я выглядел, выкачал. Теперь что касается тебя. Теперь тебя буду. Передача. Да. Давай оттянем немножечко назад. Так. Смотрим, чтобы они зеленым загорелись. Переходим. Блин, вот как это кусок похоже. И почему ты не делаешься? Ни хрена не делается. Ага, переделалась. Все. Ага, сейчас мне перчатка нужна. А вот она, все, нашел, как переделываться. На тап. И... Все. Теперь мы все правильно, ну видите, даже ролик начался. Заходим. Блин, давай. Я мощный воин. Вроде да, все хорошо. Прекрасная маркиза. Все хорошо. Так. Если не ошибаюсь, мы где-то это уже видели.
Так. Проходим. Это мы куда вышли? Минутку. Мы куда-то обратно идем. Что-то я маленечко не догоняю. Блин. Ты-то кто? Ой. Да. Сейчас я тебя побыстренько. Новая игрушка. Подожди, хотя хочу косой заводить. Ты что там сейчас за вещь прокачивал? Да. Да. Подожди. Да тихо ты. Вот так вот я сделал. Все. Всех победил. Да. Это больше как-то церковь похоже. Так, я туда помню, что я туда должен был зайти. Ну давайте посмотрим. Наверх поднимемся. До этого я не мог без перчатки пройти. Сейчас могу. Что у меня там, кстати? О, коса-то качается. И это прекрасно. Что-то здесь есть. Так. Понял, куда мне надо лететь-то? Это головоломка, подождите.
Так, для начала мы опустимся вниз. Обследуем дно. Нету ничего, да? А, вот так, наверное, надо. Это чтобы туда зайти, а это чтобы сюда зайти. Все, понял. Вот так вот. Что мы здесь имеем? Я почувствую, что я куда-то маленько не туда забежал, наверное. Так. Что-то есть. Ага, еще один кусок черепа. Да. Ага, эти не убиваются так. Хорошо. Так. А где мне взять бомбу? Кто мне подскажет? Кто расскажет? Где она? Где она? Маленькая бомба. Маленькая бомба. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Опа! Бросай! Вот так. Бомба. Бананы лопала бомба. Ого. Так. Мне надо, кстати, еще туда сходить. Ключ. Сейчас мы возьмем ключ. По душе. Кто бы сомневался? Ну, тоже двояко. Мне их посылают для того, чтобы я только жизнь я прокачал себе. За счет вот этих балбесов. И еще вниз можно туда сходить. Вот, смотрите. Здесь что? Ничего. Значит, погружаемся на дно. На дне у нас что? О, смотрите, какая прелесть. На дне у нас ничего. Вау, нет, не получилось. И под водой это тоже не действует. Перчатка. Так. Куда я вообще бегу? Чего делаю?
пока не понимаю. Сундук. Это я вижу. И надо как-то туда перебраться. Ладно. Что мне надо в воду, это уже так ясно. А вот что мне надо в воде? Куда? Блин. Нет, ниже не опускается. Опять не туда. Как мне это сделать? Это что? А? Предположим. Не получается. Берем. Да стой, иди сюда. Нормально. Опа. Собрал души. Да. Да. Подожди. Тихо. Такс. Куда мне бомбу? Вижу. Такс. Да. Да. Все нормально. Так, ползем обратно, как я понимаю. Господи, мне надо было туда, видимо, идти сначала. Куда я залез? Так. А как вот мне туда попасть? Такс. На.
Пизда. Я не знаю, я вот такую дорожку делаю. Так. Ну еще хотя бы две. Последняя. Блин, уронил где-то. Ай-яй-яй. Да. Блин, близкий. Так. Может, я как-то не так делаю? Я знаю, что он туда надо кинуть. Но как ее потом поджечь? Не так, что-то не то делаю. А, вот, подождите. Нет, нет, нет. Так, это мы подожгли. Все. Сейчас, наверное, вот так вот надо сделать. Вот так вот надо сделать было. Оп. Ну давай. Да. Все. Что-то где-то какая-то сосудина вот упала. Ну-ка, мой. Опа. А где? Где на ту сторону, что ли? Эй-эй. Что-то я не понял. А где этот? Где сундук? Вот он, сундук. Блин, я уж испугался, думал, без сундука остался. Какой нахрен ключ? Ай-яй-яй-яй. Можно подумать, если сюда из-за ключа и шел. Но здесь по-любому надо вот что-то делать, потому что вот штука это есть.
Так, ладно. Какой ключ, чего я взял, я пока еще не разобрался. В этом лабиринте. Так, я ушел отсюда. А нету там ни хрена такого, что ключ там был. Да. Так. Опа. Все нормально. Так, а тут мы не можем, да? Где-то тут зайти можно. Там же мы были. А, ну вот. Для ключа. Только я сейчас пойду маленько в другую сторону схожу. Мне просто интересно, что я там мог пропустить. Ладно, ждем. Так. Идем. Мы еще не везде были, нам вот туда надо. Это я хорошо помню. Потому что я думаю, мы от босса, наверное, ушли. Но по поводу ключа не надо переживать, он у нас останется. Идем наверх. Такс. Вот сюда, но в дверь, наверное. Подожди, я же здесь уже был. Потом отсюда, опа, я пошел туда. Может, сюда мне надо? Я опять же здесь и оказался. Нет, походу дело-то линейка туда и шла. Я так, опа. Опа. Просто в этом лабиринте не знаешь уже, где ты был, где ты не был. Отсюда, вот я был там внизу сейчас только что. Но я тут вроде все облазил первоначально. Собрал так. Опа так. Чтобы выйти туда. Ладно. Сюда. Пойдем. Да, что-то пошло. Я-то думал, блин. А оно-то оказалось. Куда вот стоит сходить? Чтобы что-нибудь подсобрать. Ну давайте глянем. Я просто не помню, что здесь могло быть. Если это где-то что-то далеко.
топали на все. Пока еще тебе никто не появляется. И здесь ничего не было. Так что давайте вернемся назад. По крайней мере, я не помню, чтобы здесь что-то было. Куда? Давай, мой верный воин. С такими бичугами, с такими клешнями. Ну, меч то уже на 3 будет скоро прокачано. Это потому что два перчатка начинается прокачиваться. Сохранялка. Пика, или кто он там, как называется, это удар, забыл маленько. Так, заходим. Пока не вижу ничего такого. А наверху-то нету, нет? Нечего разбивать. На. Нам туда. Залазим. И вперед на крыльях чистоты и свежести. Теперь мы знаем, где это окно. Тут по-любому где-то что-то еще есть, наверное. Нету. Жаль. Очень жаль. Это ерунда. Большой бега червяк. Так, а здесь почему-то ничего нету. Почему? Ладно. Да. А, это такая ловушка-приманка. Он сожрал его, иначе бы он меня сожрал. Понял? Не дурак? Дурак, или понял? Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!